Итак, если тебе понадобилось сбросить Mi Band до заводских настроек, неважно по какой причине, есть два способа. Первый подразумевает под собой владение смартфоном с приложением, к которому подключен Mi Band. И второй, если у вас такого нет, то есть у вас есть только один браслет. Начнем с первого, он самый простой. Заходим в приложение Mi Fit, далее профиль. Здесь нажимаем на ваш подключенный браслет, спускаемся в самый низ и нажимаем отключить. Все, Mi Band отвязан. Если же такой возможности нет, то есть есть только браслет, то здесь сам браслет активируем. Далее нажимаем на «Дополнительно», листаем до пункта «Настройки», вот он. И здесь в самом низу есть «Сброс настроек». Нажимаем на него и подтверждаем. Все, Mi Band сделает полный сброс настроек. Кстати, данный пункт работает также и для версии Mi Band 3. В данный момент два браслета имеют возможность сброса прямо самого браслета. Они с второго Mi Band решили этот вопрос все-таки на самом браслете сделать, потому что было очень много проблем с этим. Ну, в принципе, если инструкция вам помогла, то обязательно поставьте лайк и не записывайтесь.